с Верой в спорт. Добрый день, это программа «С Верой в спорт», у микрофона Вера Власова. Те, кто следит за спортивной и общественной жизнью города Кирова, Кировской области, наверняка уже слышали о том, что близится серия масштабных спортивных мероприятий под общим названием «Вятские холмы». А может быть, даже не только слышали, но уже успели зарегистрироваться и записаться на эти забеги. И сегодня в студии всегда желанные и очень долгожданные гости. Это Анна Альминова, министр спорта и молодежной политики Кировской области, руководитель оргкомитета серии забегов «Вятские холмы». Здравствуйте, Анна Александровна. Добрый день. И Андрей Рудин, организатор серии забегов «Вятские холмы». Добрый день, Андрей. Здравствуйте, Вера. Итак, давайте начнем с плана на этот год. Уже анонсировали ранее, что будет несколько забегов, и даже не три, как это было в 2018 году, а гораздо больше. Да, Анна Александровна, скажите, сколько же их будет и где они будут проходить? В целом проект «Вятские холмы» уже зарекомендовал себя как важный и очень нужный для нашего региона, и свидетельством тому является увеличение количества стартов, ежегодное увеличение количества стартов в рамках этого проекта и, соответственно, количество участников. Как вы помните, в прошлом году «Вятские холмы», весь проект состоял из трех стартов. Это полумарафон, ночной забег 10 километров. И кульминацией сезона стал марафон, сентябрьский марафон. В этом году мы проведем уже 5 стартов. И отличием этого сезона, помимо количества беговых событий, станет география этих событий. То есть особенностью этого сезона станет проведение забегов в муниципальных образованиях Кировской области. Такими местами на этот год выбраны Вятские поляны, город Вятские поляны и город Кирово-Чепецк. Собственно говоря, соревнования в Вятских полянах и станут пилотными в этом сезоне и пройдут уже 28 апреля. Также традиционно в мае пройдет забег, майский забег «Ласковый май». Немножко изменится дистанция и место проведения. Также будет перенесено с Театральной площади к Дворцу мемориалов. Вот. Затем летом, в июле, пройдет забег «Ночная Вятка», забег на 10 километров, ну и завершится сезон так же, как и в прошлом году, марафонская дистанция 42 километра в сентябре на Театральной площади. То есть, завершится он в Кирово-Чепецке забегом на 10 Совершенно километров. Верно, да. Последний забег пройдет в городе Кирово-Чепецке в октябре. То есть открывают и закрывают сезон забегов в этом году районы Кировской области. В связи с чем были выбраны именно эти районы, то есть Вятские поляны и Кирово-Чепецк? Андрей, расскажи, пожалуйста. Ну, Вятские поляны как один из самых, самый южный район Кировской области. И один из самых отдаленных, наверное. Один из самых отдаленных, да, и жители Вятско-Полянского района, они не частые гости здесь, в Кирове, на наших забегах, поэтому, как говорится, мы решили сами прийти к ним. Вот, плюс в это время, ну, весной, ранней весной, там наиболее благоприятный климат из всех районов Кировской области. То есть там уже все растаяло, да, дорожки там, уже, там грунт уплотнился. Да, отлично, уже погода, да, все чистенько, сухо. Насколько вот интересно... Да, также мы надеемся, что не только город Вятские поляны примет участие, но и все близлежащие районы к городу Вятские поляны, а это Вятско-Полянский район, Малмышский район, Налинский, Сумский, Куменский, также примут участие в этом забеге. И помимо всего прочего, почему пал выбор на именно на эти города, все-таки у этих городов есть опыт проведения спортивных мероприятий, массовых мероприятий, даже международных. Вы помните, что в 2018 году мы проводили чемпионат Европы по спидвею в городе Вятские поляны, и город успешно справился с такой непростой, сложной задачей. То есть там есть уже команда сформированная? Есть команда организаторов, которая при организации и проведении крупных соревнований, чемпионатов России, чемпионата Европы, подключались к оргкомитету Министерства спорта и молодежной политики. Вот, поэтому есть на кого опереться. И есть уверенность в том, что те обязанности, которые лежат в организации и проведении на плечах города или оргкомитета, созданного городом Вятские поляны, все эти моменты будут проведены на высоком уровне.
Угу. Есть ли понимание того, насколько активно развивается спорт в Вятских Полянах, в частности, да, вот раз уж это ближайшее мероприятие, на какое количество человек рассчитывают организаторы забега? Ну, мы, честно сказать, в этом году, так как это, еще раз повторюсь, это будут пилотные проекты в муниципальных образованиях. Мы не ожидаем большого ажиотажа и большого количества участников. Они пока еще не заряжены этой традицией бега. Ну, то есть, опять-таки, что называть большим количеством участников? Сегодня мы, проводя марафон, мы понимаем, что большое количество участников для нас, для нашего региона, для нашего проекта, для нашего марафона, это там 2-3 тысячи участников. Это много. Но для города Вятские Поляны и 400 – это уже много. Да, вот, это поэтому, достижение. Да, поэтому мы стремимся, конечно, к максимуму. Если будет 400-500 человек, участников, надеемся очень, что пополнит число стартующих спортсмены и любителей спорта из других районов и области, и не только области, а Республики Татарстан в том числе. Вот, ну, мы будем стремиться вот к цифре 400-500. Угу. Да, все-таки хочу еще остановиться на Вятских Полянах. На сайте Вятских холмов, серии забегов Вятские холмы, указано, что Вятские Поляны – это первый этап серии забегов Вятские холмы. Следом идет второй этап, который пройдет 12 мая здесь, в Кирове. Почему идет такая, с какой целью идет такая нумерация? То есть это все в общей сумме дает что-то интересное, какие-то бонусы, дополнительные возможности? Андрей. Ну, вообще есть идея, конечно, создания не просто серийности, а чемпионата «Вятские холмы», да, по итогам 5 забегов, ну, какие, чтобы участники получили какие-то награды, призы, бонусы, как вы говорите. То есть все, кто будет принять участие в 5 забегах? Ну, вообще, традиционно, многие, наверное, знают, что мы среди участников наших забегов в течение года мы разыгрываем путевку на международный марафон. Да, как это было в прошлые годы. Да, как это было в прошлый год. В прошлом году все те участники, кто стартовал в 3 наших забегах, они были участниками этой лотереи. В этом году мы делаем то же самое практически, только нужно стать участником 4 забегов из 5, и среди этих людей, ну, 4 любых забегов из 5, да, и среди этих людей также будет разыграна путевка на международный марафон. На какой конкретно, пока мы еще не решили. Ну, ближе к осени, я думаю, что да, мы там интригу сохранят организаторы это, в любом случае. Вот. И кроме того, есть идея создания именно чемпионата «Вятские холмы», когда за каждый старт, за каждый результат участники будут получать очки, да, эти очки будут суммироваться, и по итогам года победители, набравшие наибольшее количество очков, соответственно, получат какие-то призы. Андрей очень скромно говорит о лотерее, о поездках на международный марафон. На самом деле, это колоссальное событие. И все наверняка помнят эмоции людей, которые вот так вот, стоя просто в толпе, находясь там, слышат свой номер, да, слышат свою фамилию и не могут поверить своему счастью. На самом деле, это огромное событие для людей. А мы помним их эмоции по возвращению. Знаете, они, когда возвращаются, всегда делятся своим впечатлением. И даже стоя в толпе, услышав свое имя, они еще не представляют, многие не представляют, что их ждет. А по факту получается, что люди возвращаются счастливые, заряженные на тренировки, на участие в большем количестве соревнований. Так что, ну, собственно говоря, это в том числе и это тоже является целью данного проекта. То есть выводить спорт не только в массы, но эти же самые массы, этих же самых людей, ну вот таких, как мы с вами, уважаемые слушатели, просто на новый уровень, в другую страну поехать, чтобы пробежать, да, по красивому городу, по Мюнхену, да, по еще каким-то городам. И насколько я помню, победитель прошлого года, он же даже не марафонскую дистанцию бежал. То есть он на марафон еще даже не замахнулся, а вот ему пришлось. Да, был вынужден, ну и получил огромное удовольствие, уверен, от этого. Еще про Вятские Поляны. Поляны Ран, напомню, называется забег, который состоится уже в это воскресенье. Помогать будут волонтеры, да, волонтерская организация, конечно же, без них никуда. Это одна из важнейших составляющих спортивного мероприятия любого уровня. Что это будут за ребята, кто будет помогать нам? Ну, традиционно Российский союз молодежи помогает нам в подборе волонтеров, то есть у них есть большой опыт в этом деле. Также
Кировской области есть спортивное волонтерство, угу. хорошо достаточно развивается, как активно. Как раз ребята были в этой студии недавно и изъявляли желание поучаствовать спортивно. Да, уже не первый год мы с ними сотрудничаем, ну и в этом году все точно так же, мы с ними, они с нами, то есть мы благодарим их за помощь, угу. никогда не откажемся. 50 волонтеров будут привлечены к Вятские поляны, да, к помощи, да, к проведению Вятских полян. Да, в Кирове порядка 140 волонтеров. Угу. На самом деле работы для них там очень много. Это и организация питания, и подбадривание, и еще очень-очень много чего. Андрей перечислил. Ну, и регистрация участников, и встреча участников на финише, и организация старта участников, угу. и контролеры на дистанции, и ну, обеспечение, ну, помогают сотрудникам полиции. Ну, много где задействованы волонтеры, да. Угу. А по таймингу давайте расскажем, что там ждет людей для тех, кто, может быть, пока не зарегистрировался, но еще хочет зарегистрироваться. Есть ли такая возможность? Да, конечно. Угу. То есть, мы регистрируем прямо до старта. До самого старта можно да. прийти зарегистрироваться. А, насколько я понимаю, будет еще организован спортивный праздник в полном смысле этого слова. То есть будет сцена. Конечно, мы не отходим от своих принципов и в организации Вятских холмов. И одной из отличительных черт этого мероприятия является, как я уже не раз говорила, насыщенная околоспортивная программа. Угу. Это и концерты на сцене, это зачастую полевая кухня, это розыгрыши призов, это анимация для детей. Вот, поэтому и Вятские поляны в этом смысле, конечно, не станут исключением. Угу. Во сколько стартует мероприятие и какие забеги там будут, Андрей? Вятские поляны мы сейчас говорим. Да, Вятские поляны пока. Ну, мероприятие начинается у нас с 8 часов утра. В 8 утра открывается стартовый городок, становится доступен для участников. Там они переодеваются, сдают свои вещи, для них проводится разминка. В 10 часов первый старт участников. У нас стартуют дети на дистанции 300 и 600 метров, после чего стартует самый массовый забег на 3 километра, в рамках которого участники могут сдать нормы ГТО. Ну, их результат будет защищен в ГТО. И после этого стартует забег на 10 километров и корпоративная эстафета. Напомню, что участие платное в «Поляны Ран», но, насколько я понимаю, цена чисто символическая, которая даже не окупит те расходы, которые организаторы несут, да, организуя все вот это мероприятие. Ну да, кроме того, есть определенная категория участников, которые стартуют бесплатно, традиционно на массовый забег на 3 километра или на 2 километра в Кирове, который будет, да, учащиеся общеобразовательных школ и студенты вузов и техникумов, они участвуют в этом забеге бесплатно. Угу. А, бежим дальше. 12 мая, Вятские холмы, «Ласковый май» здесь, в Кирове. Во-первых, скажите, пожалуйста, такие названия, в связи с чем? Да, «Поляны Ран», «Вятские холмы», все вот это вот называемое. В прошлом году «Беги, не ломайся», сейчас «Ласковый май». Насколько важно название мероприятия для того, чтобы как можно больше людей туда привлечь? Ну, слоган «Беги, не ломайся» мы оставляем и в этом году. Нам он очень понравился. Он понравился, очень понравился и участникам, да. Поэтому все наши забеги в этом году пройдут под этим же слоганом. Вот. А что касается названий, но в оргкомитете Вятских холмов, в общем-то, все участники Вятских холмов, организаторов, это креативные молодые ребята, люди. И вот ведущие этой программы не исключение, Вера. Ну, название придумывала не я, к сожалению. Ваше название вашей программы тоже достаточно креативное. Да, спасибо. Поэтому совместными усилиями на общих оргкомитетах были выбраны эти названия. Да, на самом деле классно. И я думаю, что это очень заряжает, особенно «Беги, не ломайся». Итак, 12 мая мероприятие будет перенесено в этом году к мемориалу. Почему переносится мероприятие? Площадка именно. Мы решили изменить формат и изменить локацию для того, чтобы у жителей города появилось представление о том, что у нас в городе не только по Октябрьскому проспекту бегают, а о том, чтобы люди привыкли, что можно бегать и в других местах, угу. и соревноваться можно в других местах. И город, там тоже есть свои Вятские холмы. Есть и свои преимущества, и прелести, и какие-то нюансы и в других в этих локациях. То есть традиционно вообще парк у Дворца Мемориал, он известен, да, для бегунов.
бегунов, для лыжников. Там постоянно проводятся, они проводят свои тренировки. Известные спортсмены. Да, поэтому я думаю, что и посоревноваться на знакомой для многих территории будет интересно. С одной стороны, знакомый, с другой стороны, новый. Да, ну, в плане соревновательной, там... бесспорно, новый. В плане тренировочной достаточно известный. Да, мы и члены оргкомитета постоянно думают о том, что нового можно привнести в эту серийную историю, чтобы привлечь больше внимания к проекту и большее количество участников. И практика прошлого года, когда ночной забег, ночная вятка был вынесен в Александровский сад, набережную и Грина. Прекрасный и рельеф, березники. Мы получили много отзывов о том, как здорово, что в Кирове, оказывается, не только действительно вот Октябрьский проспект является местом для проведения беговых мероприятий. Набережная на самом деле чудесное место для проведения забегов, особенно эта знаменитая лестница, которая всем участникам очень понравилась. Итак, 12 мая, как обычно, традиционно детские забеги 300-600 метров. Дальше идут дистанции, которые у нас вот каждый год меняются. Да, в этом году это будет сколько, Андрей, напомню? Массовый забег будет на 2 километра. Связано это с тем, опять же, с нормами ГТО. Мы решили дать возможность тем участникам, да, для которых 3 километра не являются нормой, да, там, тем по возрасту кому-то не подходит, девушкам, допустим, 3 километра тоже не подходит. То есть у них зачет идет 2 километра. Поэтому мы решили провести весной 2 километра, а осенью 3 километра у нас будет. Вот. После забега на 2 километра будет забег на 15 и на 5 километров. Ну, они стартуют практически одновременно. Угу. Ну, и также эстафета 3 по 5. Обязательно корпоративная эстафета и командная эстафета. Да. Забеги это все замечательно, но мы забываем о важной части. Я забываю о важной части. Я очень хочу о ней сейчас сказать, потому что время у нас, программа, к сожалению, ограничена. Это участие ребят, которых мы всегда ждем, которых мы всегда очень рады видеть и приветствовать в наших рядах, в рядах бегунов. Это дети, ребята из детских домов, домов-интернатов Кировской области. Но начнем немножечко с другой истории, о том, что за всю свою историю Вятских холмов, это 2016 года она ведется, большое количество достижений серии забегов уже получила, среди которых два президентских гранта и один грант Иволги. Да, Александр, расскажите, пожалуйста, что это за деньги пришли и на что они пришли? За что они пришли? Ну, наверное, про президентские гранты. Андрей, да. Да. В прошлом году мы выиграли два президентских гранта. Один из них направлен на как раз-таки поддержку детей в детских домах Кировской области. То есть два предыдущих года нам помогали в этом наши участники наших забегов. Вот, и сейчас к ним присоединился и фонд президентских грантов. То есть мы даем возможность детям в детских домах Кировской области тренироваться, заниматься легкой атлетикой, привозим их на наши мероприятия, они стартуют, выступают, получают море удовольствия, эмоций, призы, подарки, экипировку, медали, ну, в общем, все атрибуты, которые только возможно получить во время старта. Вот. Кроме того, ребята, которые выступят лучше всех, да, займут первое место в командном зачете среди детских домов, традиционно мы отправляем их на соревнования «Детская русская зима». Давай здесь тогда немножечко подробнее остановимся. И про Иволгу потом. Про Иволгу попозже, да, по поводу детей хотелось сказать. Да, в чем разница истории до грантовой и той истории, которая сейчас с грантами? Что раньше, на самом деле, как мы и заявляли всегда, серия забегов Вятских холмов является благотворительным мероприятием. То есть те деньги, помимо того, что они покрывают так или иначе расходы, которые организаторы несут на это мероприятие, они еще адресованы как раз на то, чтобы привести ребят из детских домов. То есть на транспортировку, на размещение здесь, на то, чтобы мы им дали на самом деле экипировку, опять эти же самые медали, эти же самые награды, затем тренировку ребят и тех, кто победил, победителей, и
впоследствии мы отправляем их на детскую русскую зиму, угу. да, где ребята выступают наравне со всеми ребятами угу. со всей России, угу. да, и делают свои уже очень важные успехи. Нет, ну, здесь, наверное, нужно еще остановиться все-таки поподробнее на выезде победителя в Москву, угу, потому что угу. это не только их личное участие в да. всероссийских соревнованиях «Русская зима», это еще и большая культурная, насыщенная культурная программа, это посещение музеев, планетариев, угу. в зависимости там угу. от года, да, планетария, зоопарка, авиапарка, где дети учатся зарабатывать вот эти вот деньги, где они работают, там с ними проводят конкурсы, они работают, выбирают себе профессию, работают, зарабатывают деньги. И затем во второй день русской зимы после своего личного участия ребята приходят посмотреть взрослую русскую зиму, угу. то есть на больших, настоящих спортсменов, чемпионов России, среди которых есть и участники, и призеры, и победители международных соревнований. То есть весь свет легкой атлетики обычно представлен именно на этих соревнованиях. Вообще эти соревнования раньше были международными. Сейчас на небольшой период они остались всероссийскими ввиду того, что Всероссийская Федерация легкой атлетики пока отстранена от участия в международных стартах. Соответственно, и сюда тоже спортсмены из других стран не могут приехать. Вот, поэтому для ребят это колоссальный опыт. И наша цель в этих поездках – увлечь ребят еще больше, показать им на примере взрослых спортсменов то, чего можно добиться, то, чего дает легкая атлетика. И, в общем-то, возможно, кто-то из тех ребят, кто уже в течение 3 лет знаком с проектом «Вятские холмы», кто участвует в нем, а кому-то посчастливилось побывать в Москве, благодаря вот этому проекту «Вятские холмы» все-таки определиться в жизни и получить для себя путевку в жизнь, именно спортивную путевку. Mm-hmm. Вот на это, в общем-то, и нацелен проект, что касается вот детских домов, да. Ну, я здесь добавлю еще о том, что благодаря президентскому гранту, фонду президентских грантов, у нас просто этих возможностей стало больше. Да, если мы раньше там привозили определенное количество детей, да, то сейчас мы можем привозить там значительно больше детей, да, из большего количества детских домов. Плюс тренировки мы можем проводить во всех детских домах, да, если раньше только мы... Только можем. На самом деле, да, ведется сейчас подготовка, да. извини, что перебиваю, подготовка систематическая и плановая, подготовка всех ребят из детских домов к забегам. То есть и в Вятских Полянах ребята будут принимать участие, и здесь, в Кире, 12 мая они будут принимать участие. Ну и дальше в сентябре, я так полагаю, что тоже. Ну да, конечно. Угу. То есть ездят специально обученные люди, да, тренеры, инструкторы. Не просто ездят, а специально закупленное оборудование для этих ребят, для занятия легкой атлетикой. Ну, не специально обученные тренеры, угу. а тренеры с... Ну, самые настоящие профессиональные тренеры. Да, тренеры с высокой квалификацией. Заряженные, те, которые хотят и готовы передать детям свою любовь к спорту, свой вот адреналин и всю свою энергию. Да, абсолютно верно. И если вернуться к проектам, грантам точнее, угу. один из грантов, которым мы проект выиграл в прошлом году, в 2018-м, был грант конкурсов Приволжского федерального округа «Иволга». Защищала этот проект на конкурсе член оргкомитета «Вятские холмы», сегодня посол ГТО Шихмина Александра. И надо сказать, что очень высокая конкуренция на этом в форуме. Я уже не первый год вхожу в число, в комиссию, точнее, которая отбирает победителей на финальном этапе. Вот. И могу сказать, что очень высокая конкуренция, очень сильные проекты. И вот наш проект, проект «Вятские холмы», в прошлом году абсолютно заслуженно занял почетное 2-е место и привлек грант в регион в размере 300 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Хорошо быть, 300, но в следующий раз. Ну да, благодаря вот гранту форума «Иволга», а также президентскому гранту, да, нам удалось обновить оборудование, да, которое мы используем на мероприятиях, да, приобрести новое оборудование, в частности, систему электронного хронометража. Удалось модернизировать наш сайт. То есть, если вы посмотрите, сейчас у нас своя собственная площадка для регистрации, для проведения наших забегов.
Если раньше мы пользовались всероссийской площадкой, то сейчас у нас своя собственная площадка, которую мы будем развивать в рамках нашего Кировского региона, куда мы будем привлекать других организаторов спортивных массовых мероприятий, да, чтобы все результаты, вся информация, да, о забегах, о каких-то еще других, там, не знаю, велосипедных, триатлонных стартах, да, она вся была аккумулирована в одном месте, и участникам было удобно. Они имели бы там свой личный кабинет, смотрели свои, ну, результаты всех своих выступлений, все было бы в одном месте здесь у нас, в Кирове. А это способствует привлечению представителей еще других регионов России, да, насколько я помню, в предыдущие годы, ну, безусловно, очень много людей приезжало. То есть присутствие первое время на площадке там, не нашего региона нам давало надежду на то, что участники из субъектов Российской Федерации, которые уже знают ту площадку, увидели бы наш забег, наше мероприятие. Внесли в календарь своих мероприятий. Да, и приехали бы сюда. Но сегодня, в течение 3 лет, мы работали на то, чтобы нас уже знали и заходили, искали Вятские холмы и попадали на нашу площадку. Чего не удалось достичь. Да, я думаю, что вот мы в этом году впервые проверяем эту практику, да, но я надеюсь, что эта практика станет успешной. 12 мая покажет, сколько людей к нам приедет, мы это все обязательно тоже посчитаем. Кстати, посчитаем, а насколько за эти годы увеличилось людей, заинтересованных в беге, бегающих людей, да, мы можем это как-то оценить, Анна Александровна? Вы сейчас говорите про участников забега? Да, Вятские холмы. Да, мы наблюдаем ежегодно положительную динамику. Так, например, в 2016 году количество участников было 1200, в 2017 было уже около 2000, а по итогам 2018 года количество финишировавших любителей спорта и спортсменов составило 3500 человек. 3500 человек. Очень хорошие, очень верные показатели. Прирост в этом году будет? Ну, конечно. Есть ли предел этому спорту в массы? Предела этому нет. Ну, то есть предел численности участников составляет, да, наверное, предел количество численности населения. Да. Ну, как же есть еще другие регионы, планеты, пожалуйста, Земля. У нас закон. Вот, да. Планета Земля, действительно. Сколько закуплено медалей, сколько будет стартовавших по расчетам организаторов 12 мая? Ну, 2000 медалей, как минимум, уже заказано. 2000 медалей есть. Дизайнерские медали в лучших традициях Вятских холмов. Всегда уникальные. Лозунг «Собери коллекцию» на медали продолжается. То есть каждый финишировавший, напоминаем, что получает свою уникальную медаль, которую можно повесить в рамочку красиво. Футболки. Да, будут футболки. Футболки тоже дизайнерские, тоже уникальные. Ни разу организаторы Вятских холмов не повторились с дизайном футболок. Нашим партнером в марафоне, в кульминационном старте осенью является спортивный бренд Nike. И я надеюсь, что в этом году он нас поддержит. Хорошие спортивные футболки с качественного материала и всегда с очень классными принтами. Да, специально разработанными для каждого забега. Верно. Хорошо. По 12 числу все, в принципе, ясно. Также культурная программа, как Александр говорит, околоспортивные мероприятия, музыка на трассе, развлекательная программа для детей. В лучших традициях это все обязательно всех ждет. 12 мая у мемориала всех ждем. Будет классно, будет очень активно и круто. Далее июль. Традиционно регистрация еще не открыта, насколько я понимаю. Ну, регистрацию мы откроем сразу после завершения. После 12 мая, да. И далее сентябрьский марафон. Но будут дистанции поменьше, конечно же. И закрывается все Чепецком. И стоит ожидать наверняка, что в Чепецке будет очень много людей. Да, те, кто сейчас услышал о том, что будет чемпионат, о том, что будет розыгрыш. Получается, розыгрыш путевки будет в Чепецке происходить. Получается, да. Так что там будет особенный накал страстей и большое количество участников, так что Чепецк, готовься. Вот мы и вынуждены уже заканчивать нашу программу. Много информации сегодня дали. Итак, подытожим, что Вятские холмы в этом году 5 этапов. Обязательно нужно принять участие как минимум в 4 из них. Для чего, Андрей? Чтобы стать участником розыгрыша путевки на международный марафон.
На международный марафон. То есть это традиция, которая уже себя прекраснейшим образом зарекомендовала. Так что призываем всех регистрироваться, принимать участие или хотя бы прийти посмотреть, заразиться этой спортивной праздничной энергетикой. В это воскресенье Вятские поляны, 12 мая, мемориал. Далее июль, далее сентябрь. Два мероприятия в сентябре. Октябрь. Чепецкий октябрь. Всех ждем на стартах наших забегов. Да. Да, всем спорта. Беги, не ломайся. Не ломайтесь и бегите. С верой в спорт.